Светлана Владимировна, как вы полагаете, в чем состоит важность регионального заявления от имени гражданского сектора стран Центральной Азии? Ну, мнение гражданского общества в этом процессе очень важно. Это всегда подчеркивается. Почему? Потому что, собственно, изменения климатической системы, они возникают именно потому, что каждый из нас так или иначе оказывает воздействие на климат. Как потребитель, как сельхозпроизводитель, как работник любой сферы, которая так или иначе затрагивает климатическую систему. И поэтому, конечно, важно, чтобы как можно больше людей понимали этот процесс, понимали, как нужно действовать. А с другой стороны, гражданское общество, все мы непосредственно испытываем и последствия изменения климата. Особенно, как мы их называем, уязвимые слои. И зачастую государственные органы не очень хорошо представляют себе ситуацию на местах, поэтому роль гражданского общества – донести чаяние широких кругов общественности до лиц, принимающих решения. И тогда назревает такой вопрос. Какие ключевые положения содержатся в региональном заявлении от имени гражданского сектора стран Центральной Азии? Но в первую очередь необходимо отметить, что мы не очень удовлетворены теми обязательствами, которые страны заявляют. Дело в том, что изменения климата идут все более и более очевидно, и воздействие на климат уже принимает катастрофический, или как называют ученые, такой эффект обрушения, когда предпринимать действия уже будет просто поздно. И поэтому мы, как среди нас достаточно много экспертов, людей, понимающих это на научном уровне, мы призываем страны все-таки сделать свои обязательства более значимыми. Это первое. Далее мы говорим о необходимости очень тесного взаимодействия с гражданским обществом. Мы говорим о том, что гражданское общество не просто должно вовлекаться, да, оно должно быть полноценным партнером. Мы даже готовы принимать лидерские такие вот позиции в некотором направлении действий, в частности, в продвижении наиболее эффективных технологий, которые будут оказывать меньше воздействия на климат и на окружающую среду в целом. А еще очень важным, что мы обсуждали с коллегами, это является то, что для процесса изменения климата очень важно учитывать наличие естественных экосистем. И уникальность нашего региона Центральной Азии заключается в том, что мы являемся одним из общепризнанных мировых центров биоразнообразия. Поэтому нам нужно всячески сохранять естественные экосистемы, которые со своей стороны будут стабилизатором климата. Именно естественные экосистемы могут сохранить климатическую систему планеты в целом. Почему важен именно региональный характер данного заявления? Ну, именно потому и важен, что экосистемы, они не имеют политических границ. Наш регион, страны тесно связаны друг с другом единой окружающей средой. У нас очень многие страны, находящиеся в низовьях, зависят от того, что происходит в верховьях течения рек. И вот эта вода, как кровеносная система, она объединяет наш регион. Мы не можем ограничить воздействие строго политическими границами. Все равно перемещение воздушных масс – это глобальная система. И поэтому и в целом наш регион является частью глобальной системы. Но уж тем более в пределах региона, вот такой вот более обособленной географической системы, мы должны выстраивать взаимодействие между странами. И гражданское общество, оно более неформальное, и именно его роль может быть как раз лидирующей в этом процессе, призывать объединяться государственные органы власти для решения общей проблемы.
Shutterstock Music.